Бадди Лённиками, с вами я, Вадим. И это новое видео по игре, как Mighty Monster. Сегодня я вам покажу, зачем нужно дерево единства. Поехали. Дерево единства стоит 1 миллион монет. Если читать описание, можно ничего не понять. Поэтому я объясняю. Короче, это дерево делает всех монстров счастливыми, несмотря на то, в каком расстоянии от монстра его радость. Вот смотрите, у избалалиста радость мамонт. Он типа любил бы его, да? А теперь передвигаем этого мамонта. И ровно тоже, то есть не теряется его радость. Это очень полезная штука, особенно для декора, чтобы можно было делать, типа, ставить радости монстров в противоположном от них месте. Ну ладно, я вам рассказала, что делает дерево единства, ну а вы ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И с вами был я, Вадим, из следующих комиксов.